какая-то очередная провокация, либо грызня между собой. Вот там были выстрелы, которые не связаны с ДНР, был выстрел либо с гранатомета, либо с подствольника. Это был инцидент между служащими пограничниками и, скорее всего, что нацгвардия. Ополчение Юго-Восточной армии к этому отношения никакого не имеет. Мы не штурмовали. И по поводу того, что там Лешко сделал заявление о том, что мы обезоружили милицию, СВО. Ну, это все провокация, потому как если мы будем разоружать милицию, которая и так уже разоружена, которого нечем разоружать, потому что у нее давно забрали оружие для нацгвардии. И на эти провокации мы не поддаемся и выступать не будем на эти инциденты и поддаваться им тоже. Все, спасибо.